teenage wedding and the old folks wished him well. Вау! А говорят, мужики не танцуют. Я тоже так хочу. А может, у меня тоже получится? Здравствуйте! Это мужская программа. Сегодня будем разрушать стереотипы. Вы слышали хоротку? Ощути зажигательный ритм диско. Он манит тебя. Не поддавайся. Мужчины не танцуют. Они работают, гнут спину, пьют, но не танцуют. Держись прямо, не раскачивайся, что бы ни случилось, не танцуй. Я, Роман Харламов, буду учиться танцевать, ведь девушкам это нравится. У-ху! По статистике, каждый пятый житель нашей страны занимается танцами, но в основном это девушки. Несмотря на это, большую часть танцевальных направлений придумали мы, мужики. Наверное, хотели удивить своих дам. Сегодня основным степом меня будет обучать Евгений Лобецкий. Здорово. Привет. Итак, начнем? Сегодня направление хаос. Начнем с первого степа. Правая нога пойдет у нас накрест назад. Раз. Левая. И правая вперед. Два. Все, давай быстрее, поехали. Ребята, это нереально тяжело. Можно сравнить с тренировкой по боксу или хоккею. А вы занимаетесь, мужики, танцами? Если да, выкладывайте свои фотографии и танцевальное направление в Инстаграм. Не забывайте наши хэштеги. А обладатель лучшего получит гостевой визит в один из танцевальных центров нашего города. Удачи! Ну, если клуб у меня готов, то что делать, когда с девушкой находишься тет-а-тет? Ее хочется чем-то удивить. Лучше всего для этого подходят социальные танцы. И научиться легко, и можно девушку прижимать к себе сколько угодно. В этом мне сегодня поможет Наталья Каминская. Ну что, потанцуем? Готов? Да, да. Основной шаг в чате. Начинаем в ту сторону, с левой ноги. И шаг, 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 приставка. Шаг, 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 приста, пару. Сразу в пару. Сразу прекрасно. В пару. Прекрасный танец. Только 2-3 шага и сразу в пару. Пошли. Пошли. И. Раз, два, три, приставка. 5, 6, 7, приставка. Не стесняйся. Смотри мне в глаза. Поехали. А сказать, когда поворот на меня делается. Смотри. Наталья Каминская. И поворот. Рука? Да? Рано. И вот сейчас. Мне кажется, я отличный танцор. Как вы считаете? Дорогие друзья, это бачата Наталья Каминская и я, Роман Харламов. Это мужская программа. Смотри нас на Первом краевом! Если вы, как и я, себя уверенно чувствуете на любом танцполе и хотите добиться чего-то большего, удивлять так всех сразу. Почему бы не классический пируэт? В этом мне сегодня поможет преподаватель классического танца Николай Лукьянов. Здравствуй, Роман. Здравствуй, Николай. И сейчас мы начнем с тобой урок классического танца. Вставай к станку. Давай сначала сделаем приветствие. Поклон. Пошли. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Начинаем. И первое упражнение в классическом танце – это деми и гран плие. Повторяй за мной. Я встану перед тобой, чтобы тебе было удобнее. За одну руку. Первая позиция. И раз, и два, и три, и четыре. И важно очень прожимать ногами. Два, и три, и четыре, да? Тут
Друзья, помните, что девушкам нравятся уверенные в себе мужчины. И ничто не придает уверенности, как умение танцевать. С вами была мужская программа и я, Роман Харламов. Откиньте все сомнения и занимайтесь танцами. Ну все, пока, пацаны, давайте. Все, давай, созвон. Ага. Что-то я не понимаю. Говорят, не танцуют. Нет, все нормально, танцуют. Это как там будет? Раз, два, три. Все просто. Танцуют мужики, все возможно.